Ученые говорят, ты изучай, ищи ниет, намерение в каком-либо деле, прежде чем совершишь вот это дело. Хочешь заняться какими-то делами, хочешь дать садака, хочешь совершить намаз, хочешь держать пост, любое дело возьмите, любое дело. Прежде чем совершить вот это дело, ученые говорят, от любинията, ты изучай свое намерение. Для чего ты это делаешь? Что ты от этого хочешь? И ради кого ты это делаешь? Вот тогда вот это дело дойдет до конца и даст тебе пользу. А если намерения будут нечистые, не ради Всевышнего Аллаха, может и не дойдет это дело до конца, а если даже дойдет, то пользы не даст.